Всем привет, вы на канале Gamer Wolf. Сегодня немножко поиграю в игру под названием Army Dragon Fantasy. Посмотрим, что это за игра такая. Скорее всего, это игра какая-то RPG-шка, наверное. Я вышел, я так понимаю, с замка. Давайте полазим по карте, посмотрим просто игру. Кстати, похоже на очень... на Лизюана квест. Ну, в плане карты, да, вот когда выходишь там из мира, с города. Оу. Короче, по управлению. Может... Ой, ё-моё. По управлению. Кнопка B удар. Кнопка A прыжок. Жаль, что по-японскому много чего не понимаю, ну да ладно. О, кстати, я второй уровень получил, я так понимаю. Видно, игрушка сразу неплохая, да. Явно в ней есть какой-то смысл, нужно что-то выполнять, какие-то квесты. Естественно, нужно как-то японский знать, чтобы в нее играть, да. Вот я не знаю, к сожалению, и... Я не представляю, что мне говорят. Ну, тут явно можно заходить в дома, покупать какие-то вещи, я думаю. Вот видите, тут можно выбирать что-то. Игрушка однозначно видно, что прикольная. Возможно, я в нее чуть позже поиграю. Видео появится на канале. Ну, опять же, я постараюсь найти русскую версию игры, чтобы понимать, о чем идет речь. И тому прочее. Игра, видно, очень неплохая. Это типа Зельды, типа Лизюана Квест на 3DO. О, куда это попал? Как это... Так, завалил противника. Так, отлично. Ну и слабенький последний. Так, неплохо вышло. Так, опять я там что-то... заработал, походу. Так, здесь какой-то переход, хрен его знает, куда тут идти дальше. Ну, игрушка, видно, интересная, очень интересная игра, явно. Ну, к сожалению, мне не удалось поиграть в нее на Денди в свое время. Ну, вот, я бы сейчас ее с радостью поиграл. А если бы у меня была приставка Денди в то время и такая игра, то... Ну, еще плюс, если бы игра была на русском, однозначно я бы в нее играл. Это очень явно интересный RPG, я думаю. О, что здесь находится? Переход какой-то. Очень похоже на Лизюана Квест. Очень, я бы сказал. В плане вот самого геймплея. Кто не играл в Лизюана Квест, можете сыграть. А эта игра запускается на эмуляторе 4DO. Игра сама вышла на 3DO. Я в нее играл на 3DO в приставке. Panasonic 3DO у меня была приставка раньше. Очень классная приставка. Так, первый монстик слабенький. Хорошо, что тут турбо-кнопка работает. Намного легче побеждать врагов. О, даже можно присесть, кстати. О, видите, тогда он особо-то и не достает, гад. О,
ударил, присел. Ну, тут такая тактика, да? Блин, вот гад. Какой-то орел он. Непонятно, что за птица, но нехорошая явно. О, третий уровень мне дали. Жизни 26, ну а дальше я не понимаю, о чем там. Что там дается, если честно, потому что по-японскому, скорее всего, написано. В общем говоря, ребята, игрушка интересная. Если вам понравилось, можете скачать ее и поиграть. Вы были на канале Gamer Wolf. И, в общем говоря, если вам видео такие нравятся, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока. Здесь будут пока видео от приставки Dendy старенькие. Всем удачи!